Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Амайн, с вами я, Амайн, и сегодня будем играть в Blockman Go. Один мой подписчик этого очень ждал. Надеюсь, ты до сих пор ждешь и не отписался от меня, так что давайте продолжаем. Мы играем в Bedwars, как вы поняли, и будем играть по одной тактике. Короче, строимся быстро, просто максимально быстро на центр и забираем оттуда, лутаем изумруды. У меня просто других вариантов никаких нет. Давайте, погнали, 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 быстрее! А-а-а! Мне кажется, там уже кто-то обитает. Ой. Нет! Я первый, ребята, все! Все удачно происходит. Так, 2 изумруда есть. 4 изумруда есть, красные строятся. Нам нужно 5 изумрудов, давайте соберем сверху. Ой, синие строятся, блин. Так, давайте соберем. Вот 14 секунд, мне нужно продержаться просто. Так, ребят. Давайте я как-то вот так вот это сделаю. Так. 5, все. Красный уже почти тут, а? Я бегу. О! Помоги, помоги, братан, помоги! Меня красные стреляли. Блин, это очень жестко. Вы что? Так, тут не закрыто. Ну-ка, сделаем вот так. Правда, конечно, возможно, сделал плохо своему союзнику, скажем так, но ничего. Так, все, оружие. Такое-то. Слушайте, мне нужна броня и блоки. Да, вот, у нас алмазный меч уже есть. Это уже что-то. И, кстати, я не сыграл в лотерейку. Лотерейка, она у нас... Лотерейка, блин. А, так. Это не то. Вот, нет. Так, это тоже не лотерейка. Это тоже. Это тоже. Так. А, вот лотерея. Все, это самое первое, я запомнил. О, шерсть, прям подгончик топовый. Так, окей. 7, по факту нам на полный сет... А, на нас нападают. Ё-моё, вот это красные агрессивные. Так, ребят, давайте заберем. Синие на нас нападают, блин. Так, давайте, ребята, скинем синего. А, его скинули. Красные, кажется, да? Или наши. Так, вот это я понимаю, жесть какая-то, дичь. Давайте этот меч пол... Опа-на. Вот это нам подгончик. Дерево нам нужно, сейчас мы быстренько застроим кровать, а то она у нас вообще не защищена, а на нас уже все нападают, блин. Ё-моё, чё так слишком? Это мы так не договаривались. Я не подписываю ничего. Так, давайте дождемся, когда они подойдут прям вплотную. Или... Так, давай. Минус один, все, кайф. Давайте, нам один, давайте, пожалуйста, пожалуйста. О, все, 12. Давайте сейчас мы закупаем броню. Так, тысяч, тысяч, тысяч. Ладно. Теперь блоки есть, яблоки есть. Блин, так, пожалуйста, пожалуйста. Все, я успел. Ох, ё-моё, они что-то слишком жестко. Так, один красный упал. Но наши держат оборону, это хорошо. И там синий. Ё-моё. Так, ребят, давайте я сейчас куплю этот. Слайм-платформу и блоков вообще. Дофига-дофига блоков. Слайм-платформы, причем я две куплю. А, у меня же привилегия есть. Все нормально. Так. Так, давайте, ребят, погнали. Нападаем. Так, ребята, давайте. Мы их всех уничтожим здесь. Так, главное, чтобы нас не скинули. Вот это самое главное. Предлагаю пойти наверх. Ё-моё, здесь уже все. А, это же я, блин. Сам себя застроил, получается. У нас уже их 6. Давайте поддержим еще чуть-чуть оборону. И дальше... Так, наша база какая? Мы кто вообще? Тут...
Мы желтые, да, все. Ребят, и кто не знает, у меня ник Амайн Юте Амир. Ах ты гад! Нет, нет, нет. Ребята, все, я забираю все, что у него было, и валю просто. Ребят, нашим... Подождите. Что тут красный делает? Нам кровать сломали, ребята, блин. Все, ребята, нам сейчас умирать вообще нельзя. Кровати... все, ребята, нам сейчас будет ГГ. На нас еще синий нападает, блин. А, это зеленый. Это вот насквозь желтым видно, и поэтому так... Ребят, я ем яблоки, потому что это очень жестко. Ладно. Но мы должны следовать нашей тактике, потому что мы ее выбрали. Так, нам осталось еще сапоги за 2 изумруда. Да что ты там роешь? Нам все уже. ГГ сломали. Так, опа-на, у нас лук есть. Офигеть, я не знал. Так, ставим сюда лук. Сюда мы фаерболы. И нужно этим тиммейтам выложить, ну, мечи, например. А, у меня еще одна стрела есть. Кстати, давайте купим стрелы. Так, думаю, вот этого будет достаточно. И я думаю, фаерболов. И все. Давайте тогда мы пойдем... Так, блоки. Блоков у нас много, так что... Ты издеваешься, ты... Каким образом? Я не понимаю. Он просто упал. Офигеть. Остались только зеленые, они очень сильные противники. У них есть кровать. Опа, нападают, нападают, нападают. Я давай, я сейчас буду их мочить тоже. Так, братан. О, они там всех мочат. Слушай, нам пора валить. Тебе так не кажется, нет? Просто... Ребят, я его убил, все. Кайф, кайф, кайф. Так, я ем золотые яблоки, потому что... нужно возрождаться, это... У нас... Офигеть. А, я упал! Блин! Ребята! Тут зеленый. Сейчас мы его добьем, добьем, добьем. Так, я думаю, все, у нас достаточно всего, что у нас есть. Нас осталось двое с тиммейтом. И один краст. Ё-моё! Каточка вообще не по планам. На меня, скорее всего, сейчас будут зеленые нападать. Братан, хоть бы... не упади, не упади, я тебя прошу просто. Не падай. Так, давайте соберем ему, что ли. Вот, иди сюда, держи. Стой. А, у него есть все. А, тогда все. Давайте скидываем опять всякую там шнягу. Так, у нас есть лук. Это хорошо. Сейчас мы докупаем себе броню. И у нас, блин, нам одного не хватает на крутой лук. Давайте я рискну и сбегу просто за одним изумрудом. Так, давай, давай, давай. Посылаем платформа под рукой, если что. Так, ну тут меня уже не скинут. Так, дурачок, уйди. Так, я его убил. Все. Я забрал свои изумрудики. И мы валим на базу. Быстрее, быстрее. Я не буду сейчас оборачиваться, потому что это не как на компьютере. Я вам уже объяснял, по какой причине. Но на компьютере все будет. Возможно, даже на втором канале. Ну, в будущем. Так, все. Окей. Сейчас мы покупаем супер. Все, у нас есть супер крутой лук. Все, братан, вот держи тебе мой старый лук. А я буду ходить с крутым. С крутым наикрутейшим. Окей. Так, давайте мы теперь закупим инструменты. Потому что это надо. Серьезно, мы просто вот так вот за раз все закупили, окей. Здесь у нас топор, здесь у нас ножницы. Блоки есть, эти, кстати, надо еще яблок купить. Так, яблоки, яблоки. Яблоки – залог успеха, запомните. Я люблю яблоки. Ребят, короче, нас двое осталось, нам нужно подать на зеленых.
как будем нападать? Напрямую я не хотел бы, поэтому давайте будем нападать через базу красных. Опа-на. Офигеть. Сколько у нас фаербуф? А, это боты играли красные. Я сначала не понял. Теперь понятно. Ну вот желтые. Это мы. Так. Нифига себе, а боты тоже неплохо так застраиваются. Тем более, кстати, у них уже дорожка есть до зеленых. Так, главное не упасть. Главное не упасть. Фух, вот это было опасно. Так, ну, скажем так, зеленые не особо так шикуют. Поэтому я вот сейчас потихонечку вот так вот делаю, чтобы на случай чего, если я буду падать, я приземлился на вот эти вот блоки. Так, ребят, давайте я лучше буду на шифте строиться, потому что, ну, с такими ресурсами я лучше это. Конечно, я могу сейчас их поубивать с лука, но я не буду, потому что они меня спалят. И, кстати, я остался один. В этом как раз-таки и заключается весь смысл моего страха. Я не знаю, как мой тиммейт слился просто, там даже зеленых нету. А он упал, скорее всего, как и один тоже тиммейт. Просто упал. Ребят, зеленые нас не палят вообще. Это... Ой. Так, давайте чуть выше, как нас Аид учил. Офигеть, зеленые вообще нас не палят. Это вообще нам на руку. Предлагаю сейчас... Опа, блоки закончились. Так, изумруд до второго уровня. Ё-моё, ё-моё. Как думаете, ребята, он спалил меня? Окей. Ребят, мы тут засели. Давайте сейчас вот это вот уберем. Чтобы они вообще как бы, ну, не думали, что я нахожусь здесь. Давайте... Погнали. А-а-а! Ребята, все, я сломал им кровать. Фух, я думаю, там кто-то вообще упал. Это, на слайм-платформу. Офигеть. Все, ребята, давайте валим. Ну, не, конечно же, не к себе на базу, но теперь мы их сейчас будем мочить. Ой, вы не представляете, как мне сейчас было страшно. Сейчас давайте мы его из лука. Раз. Ах, блин, я не успел. Ах, он убегает. Вот гад. Сейчас кто-то побежит. Я не успел. Офигеть. На. Да умри же ты. Мне кажется, надо пониже спуститься. Так, едим яблоки. Это просто обязаловка. Без этого никак. Не понял. А, да-да-да, здесь нельзя это... вставать. Это я помню. Ой. Так, давайте, ребята, сейчас мы их всех просто расфигачим фаерболами. Чё, шиканем слегка там это. Мы можем его скинуть, ребят. Мы скинули его. У него не было слайм-платформы. А Манюте, Амир вообще. Офигенно. Ребята, если чё, я довольно-таки часто играю в эту игру, потому что она очень классная. Так что залетайте на огонек, как говорится. Так. У нас остался один зеленый. Один. Мне вот, если честно, очень интересно, что у них здесь. На, пусто. У нас 17 алмазов, ё-моё. Офигеть, 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 ребята, едим. Как я так не заметил? Офигеть. Как я не смог банально заметить его. Ох, ё-моё. Вот это была моя наижёсткая ошибка вообще. Наижёсткая, ну вы поняли, да? Ребята, мы победили за 15 минут.
Почти за 15 минут. Офигеть. Фух. Вот это было жестко, реально. Фух. Давайте, ребят, мы вернемся в лобби. Ой, вот это вот было жестко. Вот когда он напал неожиданно, откуда? Откуда он вообще смог напасть? Я вот это вот не понимаю. Вообще никак. Так. Так, мы в лобби. Ребят, сейчас я все будет, сейчас подождите. Фух, ребята. Если честно, я такого... Ой-ой-ой-ой-ой, куда я нажал? Нам что-то, короче, подсказывают, но мне это навряд ли нужно. Хотя, возможно, полезно. Ладно, короче, что я хотел сказать вам. Видео, конечно же, к концу не подходит. Мы просто вернулись к лобби. Давайте будем играть так соло. Я помню, это ты когда один играешь. Поэтому давайте вот сыграем здесь. Я понял. Я не того уровня. Окей. Тогда сыграем опять 4 на 4. Только, ребята, я понимаю, видео и так уже 17 минут с чем-то длится. Ой. Нет, не 17 минут, я извиняюсь. Просто в данный момент мы будем постоянно идти на таран. Вот, кстати, карта это позволяет, она классная. Так, лотерея, штаны. Ускорить жизнь. А, прикольно. Короче, ребят, сейчас собираем на блоки. И просто идем на таран. Это просто вот... Ну, просто-просто идем на таран. Вот, на пофиг. Даже если нас убьют, просто постоянно нападаем, как эти... Как боты. Тогда на нас нападали, также мы сейчас будем нападать... На реальных игроков. Типа мы боты. Ну, конечно же, это не так. Так, покупаем блоки. Обычные, ничего там это. Упадем, да пофиг, все равно. Ой, о-о-о-о-о-о. Вот это сейчас было опасно. Ладно, давайте вот просто строимся быстро. Быстро, эффектно, красиво. Топчик, короче. Не понял. Вот это я в дерево попал. Угу. Вот что там они там что-то делают. Сейчас мы просто ровненько до них достроимся. Я, конечно, все понимаю, то, что они могут тем временем напасть на нас по этой же дорожке. Давайте их просто побьем. Типа, мы такие пришли, наглые такие, да-да. Кстати, это зеленый, он один. Все повыходили. Кайф, все, мы просто сейчас это... Давайте накопим на эти, на ножнички и просто подойдем, нападем, и все. Нам осталось тем более совсем чуть. Желтые и синим уничтожили. Да пофиг, все. Мы вообще кайфуем. Вот, ребят, нам сейчас... Вот, все, уже ровно хватает. Теперь это инструмент. О, там еще наш этот союзник побежал. Тиммейт, подожди меня. Я иду. Оп, оп, оп. Кенабурибари. Он поломал. Я тебя понял. Вот это ты зря, братан. Вот это ты зря. Мне придется теперь вернуться. А, у тебя блоки есть? У тебя есть блоки? У тебя есть блоки? Ты не допрыгнешь. Ну как ты не понимаешь-то? Да, вот мы сейчас с блоками, конечно, лоханулись знатно. У нас, кстати, сейчас 3 золота. Предлагаю сейчас купить эти доски. Ну, типа, пофиг, что мы постоянно на таран же ходим. Хотя, ребята, нет. Это, возможно, нам пригодится еще. Или нет, короче, не знаю. Пофиг, просто покупаем вот эти вот блоки. И идем нападать. А этот просто тупо спрыгнул. Это же такой идиотизм вообще. Ну, ты же понимаешь, это блок Манго, это не Майнкрафт. Здесь ты, ну, прыгнешь, но не допрыгнешь. Ну, у меня такое. Ох, ё-моё.
Ах, блин, он это... А, мы проиграли? Что? Мы проиграли? Ой, ё-моё. Да, такого я, конечно, поворота не ожидал. Нам сломали кровать. Это, скорее всего, были красные. А, мы красные, значит, зеленый. Стоп. Синих убили. Кто там же еще? Желтые. Во, желтые это были. Ой, так, нам опять что-то подсказывают. Пожалуйста, не надо. Нам это все не надо. Мы все знаем. Короче, ребят. Так. Подписчик, который хотел и ждал блок Манго. Ну, как видишь, я его снимаю для тебя. Ну, конечно, не только для тебя. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Пока.